Как образуются волны в океане? Привет, с вами Евгений, и это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Волны возникают по разным причинам. Из-за ветра, прохождения судна, падения в воду какого-либо предмета, притяжения Луны, землетрясения, извержения подводного вулкана или схода оползня. Но если от проходящего судна и падения предмета они возникают вытеснением жидкости, притяжение Луны и Солнца способствует появлению приливных волн, а землетрясение может вызвать цунами, с ветром все намного сложнее. Здесь дело в движении воздуха. В нем существуют беспорядочные вихри. Маленькие у поверхности и большие вдалеке. При прохождении их над водоемами давление уменьшается, и на его поверхности образуется выпуклость. Ветер начинает давить сильнее на ее наветренный склон, что приводит к разнице давлений. И из-за нее движение воздуха начинает как бы закачивать свою энергию в волну. При этом скорость волны пропорциональна ее длине. То есть, чем больше длина, тем больше скорость. Связана между собой высота волны и ее длина. Поэтому, когда ветер разгоняет волну, скорость ее увеличивается. Следовательно, увеличивается длина и высота. Правда, чем ближе скорость волны к скорости ветра, тем меньше энергии может ветер отдать волне. Если же их скорость равны, ветер вовсе не передает волне свою энергию. Давайте теперь разберемся, как вообще образуются волны. За их формирование отвечают два физических механизма – сила тяжести и сила поверхностного натяжения. Когда часть воды поднимается, сила тяжести старается вернуть ее обратно. А когда опускается, вытесняет соседние частицы, которые тоже пытаются вернуться обратно. Силе поверхностного натяжения все равно, в какую сторону прогнута поверхность жидкости. Она действует в любом случае. В результате частицы воды колеблятся, подобно маятнику. От них возбуждаются соседние участки и возникает поверхностная бегущая волна. Энергия волн хорошо передается только в том направлении, в каком частицы могут свободно перемещаться. На поверхности это делать проще, чем на глубине. Все потому, что воздух не создает никаких ограничений. В то время, как на глубине частицы воды находятся в весьма стесненных условиях. Причина – плохая сжимаемость. Из-за нее волны могут перемещаться на большие расстояния по поверхности, но очень быстро затухают в глубине. Важно, что во время волны частицы жидкости почти не двигаются. На большой глубине траектория их движения имеет форму округлости, на малой – вытянутого горизонтального эллипса. Благодаря этому корабли в гавани, птицы или кусочки дерева качаются на волнах, фактически не перемещаясь по поверхности. Особый вид поверхностных волн составляют так называемые волны-убийцы – гигантские одинокие волны. Почему они возникают, так до сих пор и неизвестно. Они редко встречаются в природе, и их нельзя смоделировать в лабораторных условиях. Тем не менее, большинство ученых считают, что волны-убийцы образуются из-за резкого уменьшения давления под поверхностью моря или океана. Но, конечно, более тщательное их изучение – еще впереди. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!